Ежегодно в нашем районе происходит более 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страдают пешеходы. Среди них немало детей. Именно поэтому сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников. На прошлой неделе они побывали в лицее номер 4. Как правильно переходить дорогу, каждого учат с малых лет. Однако цифры статистики дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей, не утешают. Особое внимание к тому, как нужно себя вести на дороге, сотрудники охраны дорожного порядка уделяют в теплый период года, когда движение становится более интенсивным, а у детей начинаются каникулы. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники дорожной полиции на прошлой неделе провели беседы со школьниками. Показать, как необходимо вести себя на дороге, как безопасно переходить улицу. Расскажем немножко про светоотражающие элементы, для чего они нужны, как их необходимо носить и какое преимущество они дают в темное время для пешеходов. Послушав лекцию, ребята извлекли для себя полезный урок. Я знаю, что надо переходить дорогу, посмотреть сначала налево, дойти до середины, остановиться, посмотреть направо и идти дальше. Светофоры бывают разные. Для пешеходов и для водителя. Для водителя у светофора 3 глаза. Красный, желтый, зеленый. А для пешеходов 2. Красный, зеленый. По словам сотрудников ГИБДД, профилактическая работа – это один из методов снижения количества ДТП с участием детей. Поэтому такие уроки безопасности представители дорожной полиции планируют провести во всех школах района. Тина Копачевская, Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».